Пришли в магазин «Дикси», улица Самойлова, дом 5, приобрел сметану до 28.08. Сначала отказывался продавать, я сказал, что я взял витрину и должны не продать. Они не продали. Сейчас будем смотреть уже по полной программе. Ну, мы там нашли тортики, там, по мелочи. Потом в конце покажем. Тележки, они черные, сюда страшно складывать какие-либо продукты. Это просто издевательство над людьми. Ну, сегодня 29-е, минус 25 дней. Да. Вот, вчера был последний день. Что-то не ходил, тыкал носом, но ничего не меняется. Тут от второго, то есть 28 изготовлено 02-08. Вон у меня пачка лежит от 7 месяца. Ничего себе. На двое суток просто, на трое. Обалдеть. Как ниже будешь смотреть, там Игорь еще хуже просто. Обалдеть. Здорово. Хороший директор. Просто замечательный. Ой. От 12.07. Вот я тебе об этом и говорю, что тут уже... Это вообще 11+25, 36. 5 числа был последний день. 5 августа. Отсюда вывод такой, что просто вообще не убирают просрочку. Не убирают абсолютно. Народ травит. Я открою секрет, в этот магазин я хожу очень часто. И поэтому это вижу каждый день своими глазами. Это кошмар, это все яйца прошло. Это вообще как? В таком количестве? Масса всего. Ну что-то потекло. Смотрите, в каком состоянии яйца продают. И помимо того, что они биты, они все уже по срок. Такое ощущение, что это не прилавок, а мусорная помойка. Да, по сроку на работу еще одна упаковочка. Так, прилипла. Ну, срок нормальный. Я не знаю, как раз все это продают. 27.07. Это даже что-то вон протухшее яйцо лежит. 31.07. Ну еще одну тележку. Еще одну тележку, да? 31.07. Просто оборзели. 27.07. Первое опять. Вообще не убирают. Просто не убирают вообще. Но говорить о том, что людей не хватает. Вот мы зашли, да? Сам директор могла бы выйти. Все поубирать. Раз руководить работниками не может. Ну это кошмар. 7 месяца. Ну все, от 7-го, вся телега. Может, они хорошие домой берут, а говном торгуют? Как вариант. А куда же новые? Где свежие? Свежих-то нету товара. Так, ну здесь закончили. Надо посмотреть. Да ладно. 13 июля. Вот это да. Это в таком количестве. Срок годности 25 суток. Как замечательно. Вот смотрите, все просроченные яйца на месяц. Так что берете всегда, смотрите. Срок годности 25 суток. Мятая банка. Бомбаж. Соответственно, тоже нельзя.
продавать такие вещи. Вот еще одна баночка, тут же сразу в первом ряду, чтобы человек купил в первую очередь. Еще одна баночка. Насколько паршивый магазин, что мятые банки уже все давно избавились. Редко где такое встретишь. Я давно не встречал, честно. Может, опять такая же. Это вообще порченые, представляете? На месяц яйца просрочены. А вы кто? А то и на два месяца, а вы кто? Мы покупатели. Покупатели. А мы покупатели. Да. Вы просто решили... А мы решили убрать просрочку. Вы случайно не купили. Если вы такие альтруисты, конечно, хорошо. Да, сейчас полицию вызовем, оформим. Разочек заплатят 300 тысяч. Потом, может, поумнее будут. Так что, какой план действий? Если вызываем полицию, так, и, может быть, сразу же? А я думаю, может быть, надо пригласить кого-то сначала. Так пока. Давай пригласим. Так. Просто я к тому, что пока мы выбираем, да, полиция подъедет, соответственно, да, мы уже что-то предъявим. Ну, как бы есть уже что предъявить? Ну, это еще не все. Пока не будут я ехать, пойду, мы хоть что-то приглашу еще наберем. Просрочку снимаем? Не снимаете. У нас работать закроется. 13 июля. 6 числа августа оно сдохло. А сегодня у нас 29 августа. Нормально, да, такой сон? Мы зашли, сколько у вас? 10 минут? Ну, да. А почему директор не может туда прийти и все снять? Это еще не все снял. У нас тут все помидоры просрочены. Изготовлено 12.08. Тут 15 суток. Что вы храните? 27. До 26.08. Все списали, да? Все. Срок реализации. Плюс 2, плюс 4. Она при температуре зала испорчена. Как это вскроет у нас? Скидочка за протухший товар. Знаете, почему я снял? Что, тоже? Недавно пошли. У нее срок реализации при температуре плюс 2, плюс 4. А, плюс 6. Плюс 2, плюс 6. А у вас температура зала? Дети наоборот должны выставлены быть. Дети должны быть только в холодильнике. Да. Они стоят на реализации. Это пришли на эти. Скрывайте при нас. Просто обвиняйте. Вы ее назад не поставили. Не-не-не, дальше не надо. Все достаточно. Ну, так, каждую баночку. Каждую баночку? Мы только вчера пришли. Ну, она просрочена уже. На данный момент она просрочена из-за нарушения условий хранения. Она не предусмотрена хранить при такой температуре. Чего, то есть холодильник они вчера вечером пришли не поставить уже? Уже нет. Потому что они при температуре зала срок годности 3 часа. Блять. За эту игру выйдет потом быть. Ну а что делать? Вы можете рискнуть, съесть ее. Мы ее не советуем. Можете поставить банку, которая имитирует, то есть пустую банку из-под икры, поставить, а остальное все хранить в холодильнике. От 8-го, сегодня же 8-е же, правильно? Да. Детская просроченная. 08-09. Это именно детская, да? Био-йогурт для детского питания. Тёма. А какой возраст? От 6 месяцев. А, все понятно, все. 6 пачек. Ждут из сардельки без какой-либо маркировки. Понятно. Ну,
чего до 18.08? Этого года. Подожди. Так, 8-го, сейчас сентябрь уже. Ты смотри. Да. Ну, просроченный. Ты уже не видишь даже, да, ты берешь. Вот какой-то просроченный. Ну, понятно. Пока, давай посмотрим. А я думаю, ты мне сказал до 8-го, думаю, так 8-й месяц 20-го, уже. 20-го изготовлен, годен до 18.08.21. Называется, заработался, Денис, надо тебе отдохнуть. Да, надо отдохнуть. Вот раз два пункта. Угу. По срокам хороший, раз два пункта. А ей нельзя торговать. Вот таким можно, вот такой должна быть она. Плотненькая, угу, вакуумная, а это раз два пункта. То есть, уже порченный внутри. Шампиньоны просроченные. А 24-го 10 суток. 24, 36, 37, 30, ну, раз, два. 2 числа был последний день. Сегодня у нас 8-е. 6 суток просрока. Мы же когда последний раз здесь были, где мы 10 тележек собрали, сколько мы времени потратили? Своего времени, да. Мы прочистили весь магазин, сделали работу их работников. У них одна отговорка, считай, не хватает людей. Ну почему? Вот мы зашли и все нашли. Но, видимо, не хватает людей, а умышленно травят людей. Это несколько разные вещи. Салат «Айсберг». 25-го изготовлен, 10 суток. Просрочен. От 6 месяцев. Я почему? Вижу. Стараемся, пытаемся, не хватает персонала. Не выдумывайте. Это сдулось на одной пачке. Угу. А вот это тоже уголовные статьи. Часть первая. Угу. Это часть вторая «В», а это часть первая. Знаете почему? Нету. Нету. Даты. Угу. Ой, и вы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, без масочек? А, у вас всегда такое, всегда такая реакция. Почему без масочек? Мы без морочек. Давайте мы масочки тему закроем, потому, да, что иначе это сейчас будет агрессия с моей стороны. Это, ну, испортит мой ролик. Мы с вам, к вам пришли с позитивом. Да, поэтому мы вас пока наказывать не будем. Мы вам просто покажем какие замечания. Будем, если вы будете грешать. Ну да, я про это говорю, что не надо обострять. Это вакуум. Просроченный кофе. До 18. Нехватка персонала. Не успевается. Смотрите, мы тут только такую вот версию заслышали. Кубарово-Чинская 24. Там все уже исправили. Ну, все отлично. Оттуда замечаний практически нет. Завтра будет ролик. О них положительный. Ну, у нас людей набираем, тоже все изменится. Да. Ну, что мы сегодня сделаем? Просто устным предупреждением, да? Конечно. Все. Угу. Да? И вы уже не знаю, не знаю. Что мы сделали? Мы пришли, сделали работу за вас. Вы снимаете, да? Да. Мне нужно было заплатить, взять мясо и заплатить, оплатить вам или как? До этого мы обходились продуктами. Теперь вы тоже хотите, чтобы я вам продукты пробила за свой счет? Мясо там или еще что-нибудь? Ну, взяли, нет? Раньше мы обходились продуктами, сейчас... Да, раньше вы брали продукты, за которые мы оплачивали. Вызываем полицию. Вызывайте. Как-то сегодня агрессивно все получилось. А если я ведь так и знал, что получилось, но вышло агрессивно, это все оттуда. Не извините, там... Не с того начался разговор. Кто сказал, что через 15 минут будет? Сейчас 19.22. Искать это океанское... Годен до 05.05.21. Годен до 24.05.21 года. Угу. И еще и дырявый, к тому же. Здорово. Вот этот, да. До 21 февраля 2021 года. 7 месяцев прошло. Это здорово. Московского полномочного Венелюк Роман Васильевич. Комитет полиции. Роман Васильевич, смотрите, у нас два заявления. Детская просрочка.
я подошел под камеру, предложил оплату за данную воду. Без маски вас не обслужили? Мне отказали. Я сказал, примите деньги, сказали нет. Это незаконный отказ в обслуживании. У вас ко мне претензии есть по этой воде? Масочку оденьте и пробейте, наливайте лимонад. У вас претензии есть по этой воде ко мне? Мне нужно, чтобы вы его оплатили, вы выпили лимонад. Я вам предлагаю деньги, берите деньги. Масочку оденьте, берите на магазине деньги. Висит объявление. На заборах много тоже масок? Что-то висит. Много что чего. Мне нужно, чтобы вы мне оплатили лимонад? Зафиксировали, что данная, значит, мадам, руководитель организации, отказывается принять оплату. Вы же видеофиксацию ведете. У вас присутствие полиции. Я слышал. Все, да. Все, пойдем. Всего хорошего, до свидания. И вам не дали. Да. Спасибо за подарок. И вам. Спасибо. Только большое. Не обвиняйте нас в краже, взятки и тому подобное. Все, до свидания, берегите себя. К сожалению, такой же магазин на Самойлова 5 Дикси, как и на Чумбарова 24. Такая же директор. Несколько, я бы сказал, неадекватная. Ну, человек, ну мы нашли, хорошо, подошла бы, извинилась. Ну да, вот бывает, конечно, там туда. Нет, ну детский просрок, это, конечно, серьезно, за это надо отвечать. Причем это у них не один раз такое было, детская просрочка. И очень неадекватно реагирует на происходящие вещи. Это, конечно, грустно. Ну, замечательный учтовый, кто-то приехал, дождались мы его. Все он правильно понял, все оформил. Надеюсь, все будет хорошо, так он изымет на ответственность, как он под камеру сказал. Вот. Ну что, заходите к нам на канал Мамаев компания. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если где-то увидели просрочку, пишите, не стесняйтесь, мы обязательно посетим данный магазин. Мы будем бороться с тем, что руководство магазина умышленно травит наших детей, нас, наших родителей, родственников. И ставьте как можно больше лайков, чтобы эти видео узнали, посмотрел как можно больше людей. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Посмотрим, как вчерашний кипиш на них подействовал. Приняли ли они во внимание, что все-таки заторговать по срокам. Вот мы посмотрим, есть ли просрочка прилавка. Просроченный до 06.09.21. Вводим до 09.09. Вводим до 09.09. Вводим до 13.07.21. Вообще маркировки никакой нет. Считается некачественно, опасно по 29-м генеральным законам. Конфетки, есть какой-либо маркировки. Нески, а стоит маркировка от птицы гимнной. Он даже по этой маркировке по птице на просрочку. Что 7-8? Вчера был последний день. Где вопросы, пожалуйста? Вы здесь что стоите-то вообще? Маркировка где? У нас все сейчас он снимает. Что снимается? Она говорит, все вопросы к вам. Почему нет? Да, ты красавцы. Не имеете права продавать эти продукты. Надо. Неизвестно, когда разморозить. Масло вас беспокоит. Нам бы участкового надо, магазин Дикси на Самойловой 5. Конфетки изготовлены 23.11.20, годен до 22.08.21. Годен до 19.07. Круассанчик. 2 месяца просрока. Годен до 09.09. Сегодня 9 число. Вот вафельки. До июня 22. До 17.03.21. Годен 12 месяцев. Видно, да?
Далее смотрим. Дата изготовления 17.04.20. Плюс 12 месяцев, это 17.04.21. Салат из морской капусты, в чем-то непонятно. 27.05.21 год. Срок годности 90 суток. Годен до 09.09. Понятно. Ну, в целом у нас вот что уже в данный момент. Нашел еще одну дынку, смотрите, какая замечательная. Здесь гнилая, уже плесень белая. Здесь вся гнилая, и она стоит у них на продаже. Ну, овощи вот в таком состоянии продают. Благо, что их мало. И упаковка. Сгнивший помидор полностью. По срокам хорошие, а сгнившие. Они только что проверяли там все, зам директора все проверял. Почему-то не нашел. Я нашел, он нет. Значит, заинтересованы в реализации таких товаров. Будем до 10.07. Изготовлено 23.08. Гоня 20.20. Гоня 23.08.12 год. 16.06.21. Показывай. Значит, очень плохо видно. До 30.04.21. А вторые чипсы тоже брутал до 12.04.21 года. Масочку оденьте, пожалуйста. Смотрите, я вас всегда покупал без проблем, без масочки. Сейчас еще у вас случилось. Вы мне не хотите взять оплату? Я хочу, чтобы вы масочку оденьте. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали другое. Не буду произносить. Например, что? Интимное это, понимаете? Так же, как и масочки. Хорошо. Ладно, девушка, давайте, пробейте водичку, да и все. Я не пробью, пока у масочки. Вам запретили, да? Что? Говорю, запретили. Что мне запретили? Ну, без масочки обслуживать. Ну, это вообще запрещено законом. Ну, по-моему, уже только ленивый не знает, что это незаконно. Ну, значит, я ленивая. Ленивая, да? Угу. Ну, вы знаете, что товар я приобрел? С момента, я как приеду. Я взял товар с прилавка, то есть акцептовал публичную оферту. Я позову вам администратора. Хорошо, давайте, правильно, давайте сделаем так. Я хотел вам это и предложить, просто, но думал, убедю вас. Угу. Нет, не убедите. Не убедили. Мы часто сюда ходим, все время покупаем. Все равно. Ну, я здесь работаю второй день, и я не собираюсь. Потому что новый работник, наверное. Так она вас и не может быть никакого штрафа. Артём. Да? Артём, что случилось? Я у вас постоянный вообще покупатель. Часто хожу, а тут мне вдруг говорят, ни с того ни с сего новый работник. Говорит, два дня работаю, говорит, не знаю. Говорит, надо масочку на меня одеть. Не надо масочку одевать. А что вы хотите? Зачем? Просто объясните мне по-человечески, зачем мне одеть маску для того, чтобы заплатить деньги. Это в чем логика вообще? Какая норма права или вообще что такое существует? И вот я. А как вас зовут? У вас бейджика нету. Как вас зовут? Масочки всем сотрудникам одеваются. Да, правильно, носите. Одеваются также покупателям. А вы мне одеваете масочки, да? Читать, пожалуйста, вывеска там есть. И что там еще читать? Ну, давайте вам сейчас. Много прочитать. Давайте я вам листочек напишу, что вам надо делать. Про сотрудников вы правильно сказали. Вы можете на них надевать, они в вашем подчинении находятся. Я какое имею отношение к вашим сотрудникам? Можно вы отойдете чуть-чуть, поспорите там немного? Увидите, все люди маски. Так, это ваше? Да, все. Да мне все равно, в чем люди. Вам все равно. Давайте, вы как старший принимаете решение, будет у меня принимать оплату, да или нет? Будет принимать оплату. Все, то есть вы мне подарили, правильно? Я вам не подарил. Ну, вы оплату будете принимать, я имею в виду кассир. Материально ответственный человек. Пока у вас не будет маски. Смотрите, давайте я вам объясню. Значит, этот товар принадлежит мне. Я акцептовал публичную оферту, то есть я товар взял. Я предъявил на оплату, то есть я изъявил свое желание приобрести товар. Вы должны оплатить этот товар. Я не спорю. Согласно 406 статье Гражданского кодекса, я признаю себя должником в претензионном порядке, либо в суд. В суде вы проиграете. Знаете почему? Потому что кассир в данный момент, если не доложит стоимость этого товара в кассу, она совершит хищение. Да. А вы знаете, что вы сейчас занимаетесь немножечко не тем? Вы снимайте на свой телефон. Мы вам свое разрешение давали. А вы на что снимаете?
Ну, вы на работе находитесь? Я занят, видите, я работаю. А, руки трясутся, а что? Ты так переживаешь? Не переживаешь? Тяжело, директор, что скажешь. Директор заплатит. Так, смотрите, короче, водичку я отпил. Водичку вы не оплатили? Ну, если я он уже ее приобрел. То, что вы не берете, это ваша проблема абсолютно, никак к нам не относится. Ну ладно, все равно мы тут еще долго будем. Может быть, передумайте, скажете. Я взял товар, публичная оферта. Пошел я на оплату. На вашу пришел. Красочка, молодые люди. Сказал один таксист, который занимается непонятно чем. Второго вас не знаю, извините. Вас знаю. А вы не можете много знать? Раз, да? Лично? Мы с вами спали? Нет. В одной кровати? Знакомы с вами лично, много раз общались. Не знаю, если я не помните помню. Меня. Нет. А вы что-то видите плохое в профессии таксист? Я ничего не вижу в профессии таксист. А, кассирша? Где бэджик твой, кассирша? Я не кассирша. А кто ты? А с улицы человек зашел, вы на кассе. Да, молодцы. Ты бы своей работой занимался в первую очередь, а потом будешь руками махать и указывать, кто с кем работает. Кассир, какой ты работой еще занимаешься? Бэджик, говорю, кто ты? Представься. А вы не тыкаете, я с вами. Я тебя тыкаю, потому что не знаю, как тебя зовут. Бэджик где твой? Да кто ты стоишь, заказ? Кому мы деньги даем? А я вам деньги не брала. Это твои проблемы. Представься. Что, боишься? Я милиционеру представлюсь, а вам не буду. А, да, ты поедешь. Обязана бэджик носить. Я вам ничего не обязана. Так а почему ты решила, что я тебе... С чего ты решила, что я тебе обязан масочку одевать? Ну, тянет. Я ничего не решила, я вас попросила, пожалуйста. Почему? Я тебе отказал. Вы можете, но не указывать. У тебя странная просьба, просить и требовать. Вчера я покупал 64,90. Угу. Я попил. Она открыта. Я вас обслуживать не буду, можете проходить дальше. За приобретенный мной товар вы отказываете мне? Да, все. Вот решила подарить? Да. Здравствуйте. А вы куда? Это мы вас вызвали. Вы участковый? Да. Я думал, может, сначала спросим, как зовут, как обращаться. Иванов Сергей Станиславович, участковый.